оккупанты обустроили там штаб. Пришла, а там такое все грязное. Унитаз стоит, и рядом в кульках гадость вот эта вся стоит. Я им говорю, а что это вы там такую гадость развели? А нам нельзя на улицу выходить. Я им говорю, так вот унитаз, сюда ходить. То, что услышала пенсионерка в ответ, повергло ее в шок. Как унитаз? Это же минеральная вода. Он нажал, чашкой набрал, напился. А я такая посмотрела и думаю, капец, вообще чокнутые люди.